Хочу рассказать про самый простой раствор, который использовали наши деды, но сейчас он почти забыт. Только в некоторых деревнях еще об этом знают. Старые люди еще используют его. Он очень простой и бесплатный. А для этого нужно зола и вода. Золу просеем и туда добавим кипяченой воды. Зальем кипятком. После этого можно использовать. Сейчас найду. Где-то у меня шпатель. Нашел все. Угу. Ищи, что всегда находит, да? Угу. Ищите и найдете. Прошло 3 часа. Подсохло она. Видишь, трещин нету даже, да? Так как сделал, так и она осталась. Ну вот, все готово.